Как часто вы едите сахар? Как сахар влияет на морщины? Мне часто вот такие вопросы задают, смотрите. Ну, мама, наверное, тоже. Петр Николаевич, что вы совсем не едите сладкое? Как вы отказались от сладкого? Что даже ни кусочка тортика не кушаете? Ну, может, конфетку-то маленькую? А почему нельзя сладкое? А я не могу жить без сахара в чае. Не могу. Вам знакомы такие вопросы? Интересно, как вы на такие вопросы отвечаете? Гликирование коллагена в нашем организме значительно ускоряет процесс старения кожи. Представляете? Вы знали про это? Напишите в комментариях. Суть гликирования – присоединение остатков молекул сахара к белкам внутриклеточного матрикса. В результате гликации белки просто склеиваются и не могут функционировать как прежде. Да. Для наглядности, вот воображение у вас хорошо уже работает. Вообразите кусок металла, такого прочного, крепкого, серебристого цвета. И теперь рядом кусок поеденного металла ржавчины. Какой из них надежнее и прочнее металл? Вопрос был? Пишите в комментариях. То же самое и происходит, конечно же, с нашими белками, когда вы пьете очередную кружку сладкого чая и заедаете зефиринкой. Какой же здесь итог? Биохимическая реакция сахара с белком и коллагеном вызывает процесс окисления. Затем образование конечных продуктов гликирования, сокращенно называется еще КПГ. Так вот, КПГ характерно не только для морщин и дряблой кожи. Также они встречаются при патологиях, таких как сахарный диабет, почечная недостаточность и болезнь Альцгеймера. Ну и другие еще не будем перечислять. С годами рост КПГ растет с бешеными темпами. В конечном итоге это приводит к старости. Кожа неумолимо стареет, виснет, дрябнет. В общем, становимся как бабуля. Еще очень важная информация. Кто очень любит загорать и готовы не вылазить и из солярия. Неоднократно проводились научные испытания, исследования, в ходе которых удалось доказать, что ультрафиолетовое излучение безбожно, беспощадно активизирует процесс выработки как раз-таки КПГ. Вы еще удивляетесь, почему я сахар не ем? Да потому что не хочу в свои 49 лет выглядеть на все 60 лет. Если красота для вас не на первом месте, банально задумайтесь просто о своем здоровье. Сахар кормит все виды воспаления в организме, герпес на губах в том числе. Какой итог? Сладкое в топку. Меньше загораем, будем здоровыми и красивыми. Молодеем вместе.